Привет всем, друзья, и снова с вами я, Светлана Ата. Наверное, вы соскучились по мне, так и ждете моих видео. Я все не выставляю, но у меня для вас сюрприз. Я вот готовлю для вас очень интересное видео. Именно интересно оно тем, кто хочет похудеть, не принимая никаких усердий, питаясь нормально, большими порциями. И я готовлю это видео, у меня сегодня 5-й день диеты. Я каждый день снимаю то, что я кушаю, что входит в мое питание. И поэтому пока сейчас у меня секрет для вас. Я вам не расскажу ни о чем, но я сейчас иду в магазин за черным хлебом ржаным и решила с вами побеседовать. Погода шикарная, у нас очень жарко, лето пришло неожиданно, хотя мы его ожидали намного раньше, в прошлом году, в апреле месяце, уже была такая жара, а в этом году поздно началось. Ну, а кто что не хочет целый день никуда выходить из-за этой жары, я сижу дома, занимаюсь своими делами, работаю, и в общем... Вот такие вот у меня дела и такие планы. Так что ждите скоро. На той неделе я поставлю видео, как можно похудеть за неделю. Так, мои хорошие, хлебушек я купила и решила зайти рядом в магазин Шок. Это государство. Вот хочу продемонстрировать. В принципе, здесь все можно намного дешевле купить. Сейчас за товаром вышли, смотрите, делаю обзор, как раз с утра никого нету в магазине, мороженое. Обожаю мороженое. На диете сейчас нельзя. Во многом приходится себе отказывать, чтобы быть в форме к лету. Смотрите цены. Чипсы. 3 лиры. Кофе растворимый. 14. Я люблю вот этот по 18. И Нескафе вот классик, который люблю, он с меня такая. Пакетики вот такие. Так, а здесь у нас курочки. Здесь вот так вот. Стаканчики, это даже чай, турецкий чай. Самый вкусный чай мы пьем. Вот этот такой он еще покупает, он очень вкусный, такой ароматный. А этот купили, он только запах имеет, в принципе, ничего такого особенного. Грибочки. Так, а я хотела, мне нужно, что мне нужно, я сейчас вам скажу. Ага. Ехать на горошек. Я беру такой горошек, блядь, не это. Сколько я сюда? Она не слепая, я не вижу. Вот здесь написано. Безелье называется. Так, а ну-ка посмотрим. Безелье. Чем-то зелье. Восемь с
чем-то. Хорошо. Возьмем. Здесь маслинки. Так, это молочное зелье. Яйца. 7,50. 15 штук. Айран. Молоко это. Айран 4 лиры. Люблю я турецкую еду. Вообще я непривередливая такая. Все. Все мне нравится. Чечевица, мельчик, где вы, булгур. Майонез я здесь не люблю и вообще перестала есть. Все натуральное, не горд. Муж отучил меня майонеза. А вот, вот это вот, такие макарошки берут, делают плов из них. Жарят, очень красиво выходит. Лапша. В общем, майонез такой, но он мне нравится. Рис. Вот здесь разные домашние игрушки. Кстати, вот здесь вот немного дешевле можно отвезти. Хороший кунамель. Чего его разобрали? Такая скатерть. 16,95. Ой, а мне нравятся вот такие вот полочки. Смотрите, готовые для обуви. Можно все, что хочешь, положить. 12,95, 13 лир. Ну вот памперсы, сколько у нас будет памперсы? 45 лир. На порошки. Ну что, пошла я к кассе. Надеюсь, вам понравился обзор. Такой шоп-магазин. Скидки.
выглядит он. На улице тоже вынесли, а не здесь то, что с скидками. А это что такое? За балконом, чтобы, наверное, не упало. Что только они придумают, турки. Приветствую их, они очень умные. Вот такой вот мерсин. Мой любимый мерсин, огромный мерсин. Ярым кино. Знаете, что я решила? Купить свежие еще. 4 лиры килограмм, полкило мне хватит. Вот такой пришел базарчик возле нашего дома.